Начинаем. Как вы думаете, что помогает каждому из нас в непростых ситуациях оставаться человеком? Что дарит нам воодушевление и подъем? Что помогает человеку развиваться, а кого-то и вовсе сподвигает на создание уникальных шедевров? Все это делает с нами искусство. Оно существует с древних времен. Оно не замирает, не стоит на месте, постоянно развивается, порой находя даже очень нестандартные и причудливые формы. Искусство объединяет нас здесь в респекте. Поэтому периодически у нас чешутся руки собрать что-то эдакое. В том, что мы покажем вам сегодня, каждый увидит свое. Для кого-то это будет просто спектаклем, для кого-то небольшим шоу, для кого-то некая арт-терапия. Приятного просмотра!
хочу. Не 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 хочу. Your righteous way.
Thank you.
небольшим творческим полуперформансом мы хотели напомнить вам о волшебной силе искусства. О том, что бывают периоды спадов, когда ничего не хочется, но после них обязательно случается подъем. Помните, что искусство нужно человеку намного сильнее, чем кажется. Мы очень надеемся, что вам понравилось. Спасибо за внимание.